Всем привет! Сегодня с вами Марина Ломака, и мы будем готовить домашнюю пастилу. Пастилу готовить будем вот из таких слив. Сливы нужно помыть, очистить от косточки и пробить или блендером, или перекрутить через мясорубку с мелкой решеткой. Всю сливу я пропустила через мясорубку с мелкой решеткой. Это очень удобно для того, чтобы сливу не уваривать, не процеживать через сито. Сушить я буду сушилки изи-драй. Выстилаю специальными листами для пастилы. Для тех, кто у меня спрашивал, сколько идет в комплекте листиков для приготовления пастилы. У меня сушилка идет в тестовом варианте, поэтому у меня 5 листов для пастилы и 5 сеточек. В базовом же варианте идет 5 поддонов, вот таких сит, 1 лист для пастилы и 1 лист сетчатый. Ну а отдельно вы можете уже приобрести. Что делаем дальше? Каждый листочек нужно смазать растительным маслом. Я взяла растительное масло и просто смазываю листики ватными тампонами. Силиконовой кисточкой не нужно этого делать, для того, чтобы не было много масла. Вот так вот в таком вот количестве масла будет как раз для 5 поддонов мне достаточно. И теперь наливаю сливовую массу. Я не сладила, не добавляла ни мед, ни сахар. Сегодняшний вариант будет просто обычная слива без всяких добавок. А потом уже я покажу рецепты с различными добавками. Распределяем сливовое пюре по поддонам. Вставляем наши сито на саму сушилку, закрываю крышку, включаю 55 градусов, но время приготовления я скажу уже после того, как пастила будет готова. Прошло 9 часов, пастила готова. Снимается она, как видите, очень легко. Такая она получается тоненькая. Если делать на долгое хранение, то разрезаем и каждый кусочек сворачиваем вот такой вот трубочкой. И потом этот каждый кусочек, каждую трубочку нужно завернуть в пищевую пленку, как конфету, в принципе. Ну, а если ненадолгое хранение, можно сразу кушать. Как видите, можно пастилу приготовить без всяких добавок, таких как, например, сахар или мед. Хотя по вкусу можно добавить. Позже я буду показывать другие видео, другие рецепты пастилы. Там мы будем уже использовать добавки. У
Вот такая пастила получается. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!